Домик в деревне, красивый, удобный, а главное свой. Все о приватизации постройки земельного участка в рубрике «Совет». Юрист Вита Галайба подробно о дачной амнистии. Одно тянет другое. Как новый прожиточный минимум отразится на социальных выплатах? И почему вообще так важен этот показатель? С милым рай и в гемпинге регион получит миллионы на строительство небольших модульных гостиниц. Вся затея, чтобы привлечь туристов. Телефон, интернет и бессонные ночи. Поисковый отряд «Лиза Алерт» ищет инфоргов. Что это за работа и где научиться? Вы полагаете, все это будет носиться? Политех разработает коллекции одежды для Орматека. Студенты-победители разбогатеют. Техники полно. Как у наших аграриев получилось модернизировать отрасль? И почему российский трактор лучше зарубежного? В Ивановской области установлена величина прожиточного минимума на душу населения на 2024 год. За год показатель увеличился на 7 и более процентов разных категорий населения. Так, на душу населения он составит 14 339 рублей, для трудоспособного населения 15 630 рублей, для пенсионеров 12 332 рубля, а для детей 13 909 рублей. Новые величины будут использованы для оказания государственной социальной помощи, предоставления мер поддержки малоимущим гражданам. Соответственно, увеличиваются и некоторые социальные выплаты. Например, ежемесячные выплаты на третьего и последующих детей теперь составят 13 909 рублей. Меняются размеры единого ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. С 1 января его размер будет, соответственно, составлять 6 954 рубля, 10 431 или 13 909 рублей. В Шуйском музее имени Фрунзе открывается выставка «Жена героя». С начала августа фотопроект экспонировался в Ивановском музейно-выставочном центре на Советской улице. Теперь портреты смогут посмотреть жители Шуи. Это патриотический фотопроект, в котором жены российских военнослужащих, участников специальной военной операции, фотографируются в мундирах своих супругов. Рядом с фотографиями строчки из писем на фронт. Кто-то их уже не получит. Идея проекта «Жена героя» зародилась в Самаре. Российские регионы один за другим принимают эстафетную палочку. Экспозиция откроется в музее имени Фрунзе в Шуе 22 сентября. Только за этот год предприятия аграрного сектора приобрели более 200 единиц сельскохозяйственной техники. Практически в два раза больше, чем в прошлом году, когда удалось закупить 117 единиц. Сегодня в организациях 46 новых тракторов, 7 зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов. Модернизации отрасли способствуют региональные меры поддержки на приобретаемую технику и программы льготного лизинга. На покупку российской техники всегда предоставляется скидка. Развитие агропромышленного комплекса – это одно из ключевых направлений работы региональной исполнительной власти на предстоящие годы. Глава региона отметил, что в дополнение уже к возвращенным в сельхозхозяйственный оборот 30 тысяч гектаров пашни предстоит возродить еще 100 тысяч гектаров угодий. В преддверии Дня учителя в год педагога семеро учителей из Ивановской области удостоены премии Министерства просвещения. Три преподавателя из Иваново – учитель начальных классов лицея номер 6 Елена Кокушкина, учитель английского языка 33-го лицея Алена Маскаева и учитель истории 56-й школы Юлия Щиткова. Также наград удостоены учитель биологии Кинешемской гимназии имени Островского Наталья Милкумова, учитель математики Фурмановской средней школы номер 3 Светлана Селиванова и два учителя русского языка и литературы Елена Борисова из 2-й Шуйской школы и Ирина Гончарова из Морозовской средней школы Тейковского района. Каждой из них присуждено денежное поощрение в размере 200 тысяч рублей. Это выплата из федерального бюджета. В нынешнем году премии Министерства просвещения получило 1250 педагогов со всей страны. Станислав Воскресенский вступил в должность губернатора Ивановской области. В соответствии с Конституцией Российской Федерации и Уставом региона Станислав Воскресенский принес присягу губернатора региона и официально вступил в должность. Церемония состоялась во вторник, 19 сентября, в центре «Солярис». Она началась с внесения государственного флага Российской Федерации и флага Ивановской области. По итогам голосования 8-10 сентября Станислав Воскресенский одержал
одержал убедительную победу, получив более 82% голосов избирателей. От имени и по поручению президента Российской Федерации с победой на выборах и официальным вступлением в должность губернатора Ивановской области поздравил полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев. Он отметил, что результаты выборов говорят о высоком уровне общественной поддержки деятельности Станислава Воскресенского на посту губернатора и подчеркнул, что работа главы региона была направлена на повышение уровня жизни людей в областном центре, в малых городах и на селе. Завершается второй этап комплексной реконструкции главной магистрали областного центра улицы Лежневская. Сделан участок дороги между проспектами Текстильщиков и Строителей. Реконструкция выполнена комплексно. Уложено трехслойное асфальтобетонное покрытие, полностью переустроены инженерные коммуникации с устройством 1850 метров ливневой и подземной сетевой канализации. Обустроены островки безопасности с озеленением и освещением. Заменили 1400 метров контактной троллейбусной сети. Вдоль улицы благоустроили тротуары и сделали велодорожки с торшерным освещением. Установили 130 светильников. Также оборудованы камеры видеонаблюдения. При реконструкции учтены пожелания жителей города по дополнительному озеленению улицы. Высадили деревья, кустарники, цветники, уложили газон. Сейчас благоустройство прилегающей территории завершается. Губернатор Станислав Воскресенский подписал проект закона о региональных мерах социальной поддержки педагогов. Он направлен для рассмотрения в первоочередном порядке в Ивановскую областную думу. Эти выплаты не должны быть разовыми, они должны быть ежегодными. Я на этом настаиваю, подчеркнул глава региона. В областном законе появится норма о региональной доплате в размере 3000 рублей классным руководителям в школах и кураторам групп в колледжах. Она будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 сентября этого года. В областной закон об образовании в Ивановской области также внесут нормы о бесплатном горячем питании для детей участников специальной военной операции, о включении в планы внеурочной деятельности занятий по формированию функциональной грамотности и профориентационных уроков. Было все старое, старые домики, которые сами же жители, мы сами делали, но пришел неисправность. Вот. Шины были, песочница такая не очень была, но все разобрали, все, очистили площадку, и дети очень рады. Кто-то уже падал. Ничего не было, все было хорошо. Сестры тут зависают всегда. Кольца очень нравятся. Люблю висеть. Подтягиваться люблю. Во-первых, должен быть дизайн-проект, что хотят жители, примерный сметный расчет. И, конечно же, это протокол схода граждан, где они утверждают этот дизайн-проект и выражают свою готовность и намерение участвовать в программе. Подавать документы нужно непосредственно в администрацию своего муниципального образования. Дальше администрация муниципального образования подает документы в департамент внутренней политики. Определиться со способом получения набора социальных услуг федеральные льготники могут до 1 октября. Набор можно получить в натуральной форме или в денежном эквиваленте. Выбрать деньги можно, как всегда, вместо всего набора, так и вместо одной или двух его частей. Но следует учитывать, что иногда выгоднее получить набор социальных услуг именно в натуральной форме. Это касается, например, тех случаев, когда пенсионеру требуется дорогостоящее лекарство. Денежный эквивалент НСУ на сегодняшний день составляет 1469 рублей в месяц. Заявление могут подать те, у кого право на набор возникло впервые, а также те, кто со следующего года решил изменить форму получения набора социальных услуг. Если человек не хочет ничего менять, то обращаться в социальный фонд не надо. В Ивановской области около 90 тысяч человек имеют право на набор соцуслуг. Из них более 73 тысяч полностью или частично отказались от него в пользу денег.
Ивановская область впервые вошла в список регионов, куда направить федеральные средства по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства». К нам придут 58 миллионов рублей на строительство глэмпингов или небольших модульных отелей. Глэмпинги собираются строить рядом с крупными действующими гостиницами и популярными туристическими местами. Всего в стране появится свыше 8 тысяч номеров в гостиницах, и считается, что это станет неплохим стимулом для развития регионов. В Иванской области государственную поддержку на развитие туризма уже получили 23 предпринимательских проекта. Дачная амнистия – это предусмотренное законодательством возможность граждан в упрощенном порядке оформить свои садовые домики либо жилые дома, построенные до 30 января 2001 года. То есть дачная амнистия – это упрощенный порядок регистрации права собственности на строения, которые были построены до 2001 года. На сегодняшний день дачная амнистия предусматривает такое право, когда гражданин может на основании лишь только выписки с похозяйственной книги, технического плана подготовленного, либо сведений о том, что ранее был предоставлен земельный участок, в упрощенном порядке оформить право собственности на дом или садовый домик, или индивидуальный жилой дом. На какие земельные участки под домами распространяется данная дачная амнистия? На земельные участки, предоставленные для личного подсобного хозяйства, на земельные участки, предоставленные с разрешенным использованием для индивидуального жилищного строительства и для крестьянского фермерского хозяйства. Вот по три эти категории дачная амнистия распространяется. Далее, дачная амнистия – это такой порядок, который не предусматривает уведомление направления в органы местного самоуправления заявления о предоставлении ему этого объекта недвижимости. Вот если, например, мы говорим об обычном строительстве, да, индивидуальных жилых домов, то у нас действует общий порядок, мы должны направить уведомление о планируемой застройке, получить разрешение, акт ввода в эксплуатацию. Так вот, дачная амнистия не предусматривает такого порядка. Мы обращаемся к кадастровому инженеру, изготавливаем технический план, дальше мы идем в Росреестр, либо по электронному порталу отправляем заявление о государственной регистрации, прикладываем технический план и документ, на основании которого у вас априори возникло право. То есть это выписка из похозяйственной книги о предоставлении земельного участка, либо договор о предоставлении земельного участка. То есть первичный документ, выданный органами самоуправления до 2001 года. Вот этих двух документов достаточно для того, чтобы зарегистрировать право собственности на объект недвижимости в упрощенном порядке по дачной амнистии. Данный порядок действует на сегодняшний день до 2031 года. Он продлен. Поэтому предоставляет гражданам в упрощенном порядке оформить право собственности на недвижимость. Есть ли какие-то проблемы на сегодняшний день? Ну, конечно, есть проблемы. С чем? С тем, что у нас отсутствуют первичные документы об отводе земельного участка. Но тогда придется гражданам обращаться в суд для того, чтобы признать право собственности в судебном порядке. Но если все-таки существуют такие документы землеотводные, то, в принципе, ничего гражданину не мешает оформить право собственности на садовый участок, на индивидуальный жилой дом в упрощенном порядке. Росреестр обязан зарегистрировать данное право, государственная пошлина 350 рублей. Дачная амнистия подразумевает на сегодняшний день возможность регистрации садовых домиков. И, соответственно, речь идет о садовольских некоммерческих товариществах. Да, соответственно, как в территории города или населенного пункта, так и за его пределами. Потому что у нас же СНТ есть и в территории города Иваново, соответственно, и за его пределами. Это первое. Во-вторых, по дачной амнистии мы можем оформить не только домик, но и земельный участок, если у него есть право на земельный участок, возникший до 2001 года. И
Иваново, улица Футбольная, дом 34/23. У нас идет незаконное строительство. У меня на руках есть все документы. Однажды журналисты уже вмешались в ситуацию, и все прекратилось. Улица Куконковых, дома 126 и 130. Между домами идет дорога. Она в ужасном состоянии, а поток по ней очень большой. Все идут к торговому центру, магазинам, поликлинике. Сделать-то надо всего 50 метров. Люди идут потоком, и для них это настоящее мучение. У нас вообще следят за старыми деревьями в городе. Шарыпов куда смотрит? На Ташкентской деревья старые-старые, крючки какие-то. Неужели их нельзя спилить? На Богдана Хмельницкого березы столетние уже накренились. Если упадут, то человека не будет. Кто следит за этим? Комитет по экологии? Малые города хотят обустраивать, а у нас-то что творится? Хотя бы немножко дали отопление. У нас угловые квартиры, просто замерзаем. Кто решает все эти вопросы? Микрорайон Авдотина. Рядом с кварталом Самоцветы невыносимый запах. Или газ, или нефтепродукты. Трудно понять. Все это продолжается уже вторую неделю. Мы гуляем в этом районе, и как подходим, то сразу чувствуем этот запах. Дело в том, что там резервуаров с газом полным-полно. Не знаем, в какое ведомство обращаться по данной проблеме. Студенты кафедры конструирования швейных изделий и дизайна костюма Ивановского политеха получили от компании «Арматек» творческое задание – разработать форму сотрудников группы компаний. Теперь у ребят есть шанс реализовать свой творческий потенциал и продемонстрировать полученные в ВУЗе знания. Задача – разработать дизайн комплекта фирменной одежды, подходящей для мужчин и женщин всех возрастных групп и весовых категорий. Призовой фонд составит 100 тысяч рублей. Результаты работы студентов будут представлены в декабре на открытой защите дизайнерских решений. Поисково-спасательный отряд Ивановской области «Лиза Алерт» объявил набор добровольцев в инфогруппу. Информационными координаторами или инфоргами могут работать все желающие. Нужен просто мобильный телефон и доступ в интернет. Дополнительные квалификации обучат в самом отряде. Волонтеров научат создавать и распространять ориентировки, писать посты о поиске, заказывать карты местности, работать с экипажами поисковиков, правильно отрабатывать поступившие в отряд свидетельства. Желающие помогать отрядам и телефону могут обращаться в группу отряда ВКонтакте или позвонить по телефону горячей линии 8 800 754 52. Монахи Николо-Шартомского монастыря в селе Введенье Шуйского района сходили по грибы. Результаты тихой охоты впечатляют. В лесу православные обнаружили заросли крошечных опят, а в поле несколько огромных дождевиков, похожих на валуны. Эти грибы, кстати, вполне съедобны, пока они не зрелые и не потеряют белизны. Теперь насельники Николо-Шартомского монастыря надолго обеспечены грибными блюдами. Рыба, что такое? Я не уверен, какой именно, в каком пакете она. То есть я думаю, потом разберусь. Одну ты поднимал здесь, одну. А другую Владимирскую область. Полимерный пакет. Сас. 1,5 килограмма. Внутри которого находится полимерный пакет с белым веществом внутри, порошкообразным, свернутый в изолирующую ленту черного цвета. Это оперативное видео задержания гражданина, имеющего отношение к криминальному наркобизнесу. Его вычислили и задержали с поличным сотрудники уголовного розыска Шуйского межмуниципального отдела полиции. В присутствии понятых оперативники досматривают фигуранта и изымают у него особо крупную партию наркотиков. И второй пакет. Полиэтиленовый пакет черного цвета, в котором находится еще один пакет. Черт.
находится кристаллическое вещество прозрачного цвета или светлого оттенка. Всем видно, да? Даже. Это задержание стало результатом оперативной разработки канала поставки наркотиков на территорию Ивановской области. Уроженцы Ярославля, оперативники, что называется, ввели с самого прибытия его в регион и до того момента, когда фигурант вывел полицейских на крупную наркотическую закладку. Сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков МВД России Шуйский были проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых задержан житель города Ярославля, имеющий при себе более 4 кг наркотических средств. Их он хранил с целью последующего сбыта посредством тайников закладок. Подозреваемый в совершении наркопреступлений уголовник с солидным стажем. В его криминально-послужном списке имеются квартирные кражи и грабеж. Расскажите, по какому поводу вас сотрудники полиции задержали? В то время, когда поднимал закладку крупную. А с чем именно? Ну, я на тот момент точно не знал, но оказалось федероном. Знали, что там наркотическое средство вообще? Да. Подозреваемый в наркоторговле гражданин свою причастность к наркобизнесу полностью признает. Вероятно, его прошлый криминальный опыт говорит о том, что задержание с поличным лучше не оспаривать. Лучше явить миру чистосердечное признание в содеянном. Полицейским он говорит, что, забирая наркотики, выполнял задание. Так сложилось, что выполнял задание за вознаграждение. Угу. От кого задание вам поступило? От оператора в Телеграме, я его не знал никогда, не видел еще в жизни. Угу. Как на этот вид заработка вышли? Ну, казалось, трудная ситуация, и не расценивал как постоянный вид заработка. Задержанный сам наркотики не употребляет. Попытка сбыта ядовитой синтетики для него лишь способ заработка. Как говорит он сам, это его единственная возможность прокормить семью. Ранее судимого человека на работу нигде не берут. Поэтому многие люди из этой категории граждан возвращаются в криминалы позже в места лишения свободы. О том, что преступление совершаете, знали? Да. Почему сделать решили? Ну, сложно сказать, семью нужно обеспечить. Я не оправдываюсь собой. Семью нужно было обеспечивать, судимость у чужого работы найти. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на сбыт наркотических средств». Максимальная санкция по данной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы пожизненно. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО номер 1 города Иваново. С начала этого года энергетики ИФ-Энерго присоединили к электроснабжению более 1700 новых потребителей. Общая мощность присоединенных объектов составила 38 мегаватт. Особенно популярна услуга у физических лиц. Доступ к ресурсу получили 1500 потребителей. Чаще всего подключают объекты индивидуального жилищного строительства. Конечно, ИФ-Энерго подключает и многоквартирные дома. Например, сейчас работы ведутся в МКД на улицах Лежневская и Красных Зорь. Наметилась тенденция к росту подключений у крупных потребителей. С начала года подано уже более 60 таких заявок. Новые электрические мощности получили 12 производств, 17 объектов агропромышленного комплекса, 58 предприятий малого и среднего бизнеса, социально значимые организации. Среднее время присоединения к электроснабжению по сравнению с прошлым годом сократилось на 14 дней. Иваново, Суховка. Целую неделю не было горячей воды. Затем дали и опять отрубили. Никто ничего не говорит. Колл-центры не работают. У всех маленькие дети, старики. Не знаем, что делать. Лежневская. От текстильщиков до станкостроителей. Красивые улицы. Поставили красивые павильоны. А что делают рекламщики? Все заклеили объявлениями. Город Иваново, школа номер 50. Детей плохо кормят в школе. Начальные классы. Питание бесплатное, а еда холодная, несъедобная. Необходимо с собой детям давать. У меня сын на Украине. Я не могу найти его после ранения. Я в часть обращалась, где он служит. Мне там сказали, что сын числится раненый, но где и чего, не говорят конкретно. Возможно, ранение не тяжелое, и он снова на позиции. Город Юрьевец, Глазова гора, улица Козлова, дом 19. Второй месяц нет воды. Ни постирать, ничего.
чайник набрать целый час. В администрации говорят, что прорывы одни, то бассейны большие набирают, то и вода идет на полив огородов. Благодарю сотрудников скорой помощи, а именно 6-ю бригаду, за быстрое оказание медицинской помощи мужу. Настоящие профессионалы. Желаю всем здоровья, успехов во всех делах. Спасибо огромное.